В США продолжается борьба с последствиями урагана Сэнди. В Нью-Йорке мэр Майкл Блумберг уже говорит о будущем, обещая сделать все необходимое для того, чтобы лучше приготовить город к подобным ударам стихий. В годовщину трагедии, вызванной ураганом Сэнди, главным вопросом, которым задается каждый, является, готовы ли мы к повторению подобного шторма. Без лишних раздумий я отвечу – да, готовы. Перестараться в такой деятельности невозможно, но мы проделали огромную работу. Если когда-либо еще один Сэнди приблизится к нашим берегам, он наткнется на совершенно другой город. Город, который способен выстоять перед бурлящей водой и мощными ветрами, который в прошлом году обрушил на нас ураган. Мы отстраиваем более сильный и умный город, обладающий устойчивостью к широкому спектру экстремальных погодных явлений. И сегодня, прямо здесь, мы видим свидетельство этого. На Crescent Beach в Стейтен-Айленде вы можете увидеть, какое количество работы проделала наша служба паркового хозяйства. Они строят песчаные дюны, которые засеют пляжной травой. Это создаст буферы против штормовых приливов. На Ямайка-Бэй мы начали реконструкцию переборок со стороны залива еще до урагана Сэнди. Другая часть проекта, как вы видели, установка водоспусков, и они не дадут паводковым водам стекать в ливневую канализацию истоки, заполняя улицы и дома, как это произошло в прошлом, 29 октября. И здесь, вдоль Кони Айленд Крик, который послужил самым значительным входом для воды, мы выполняем план по укреплению переборок, создаем и расширяем площадь влажных земель и ведем строительство волнорезов. В июне 2013 года Блумберг предложил план бюджетом в 20 миллиардов долларов США, целью которого является укрепление города. Среди пунктов плана – постройка новых дамб и создание пляжей, которые послужат природным барьером на пути большой воды.